Итак, 15 июля, первый рабочий день. И мы собираем вот такую вот фигню. Ой, я не помню, как она называется. Глория или Черный принц? Глория. Глория? Черный принц внутри красная, а это желтая. А Черный принц, по-моему, вообще нектарин. Нет. Вот это вот Глория. Ее тут вот, смотрите, как много, что ветки лежат, все вот в пыли. Ну, все такое мелкое, как облепиха. Вот это вот красотища. Крупного, в общем-то, и нет. Но много мелкого. Вот. Смотрите, какая мелочь. Вообще. Ну, облепиха, облепиха. Все усыпано. И все в пыли. Ни одного дождя не было за все лето. Ни одного дождя не было. Представляете? Мы сегодня со Славиком собрали на двоих 90 ящиков. По 4 рубля. Вроде бы как. Вот крупный. Это самый крупный. Вот. Все усеяно вот такой вот мелочевкой. Ну, отработали. Ничего вроде. Вот оттуда пришли. Персик поели. Сладкий. Сладкий. И мы туда выходим. Всем хорошего дня.